Депутаты Апатитского горсовета собрались на внеочередное заседание. И вновь в центре внимания вопросы, связанные с городским хозяйством. Качество уборки снега, покос травы, борьба с брошенными автомобилями. Обсуждали бурно и горячо. К чему пришли в итоге, расскажет Дмитрий Сергеев. Не вносились. 2017 год. Смотрено на исполнение судебных актов. Иск был подан, решение суда вынесено о признании его бесхозяйным и об обращении в муниципальную собственность. В связи с этим решением суда мы выходим в Совет депутатов для включения. Деньги из бюджета, да? За стоянку, и за все транспортировки. Да. Данная процедура предусмотрена положением раз, и второе, с этого собственника будет взыскан все убытки. На комиссии проект решения был рассмотрен, голосовали единогласно. Кто на то, что проект решения принят за основу? Кто за? Кто против? Один. Кто выдержался? Хорошо. В целом за проект кто за? Кто против? Кто выдержался? Один человек выдержался. Он все услышал. Хватит одно и то же. Вот, ребята, ну давайте. Просто как-то конструктивно, спокойнее работать. Мы его всегда долбим, но в принципе-то он работает. Конечно, есть недостатки. Но надо понимать, что такое хозяйственная деятельность. Это расстрельные должности. Что у нашего Николая Алексеевича, что у него. Потому что он отвечает за все. Заметили, устранил, не устранил, тогда опять норму. На нынешнем заседании городского совета у меня сложилось впечатление, что наши народные избранники раз в месяц приходят в себя и пытаются принимать какие-то решения, вместо того, чтобы ежедневно плотно работать с администрацией, чтобы на заседаниях более плодотворно проводить время и действительно решать насущные городские проблемы.